Ребята, прибывает наш двухэтажный поезд Орск-Москва. Его тянет электровоз ЭП-1 379. Ну и его сменят сейчас на ТЭП-70БС. Наш поезд двухэтажный. Мы в этот раз. И теперь, пожалуйста, у кого есть билеты? Нет. Вот так выглядит салон. Так, вот электропоезд R2R на Исаково, вроде. О, рельсовый автобус R1 из Оренбурга. Вот. Б2Д, вот. Вон там как раз вот МЦД вот написано на электропоезде. Всем удачи и всем пока-пока. Уважаемые пассажиры, поезд следует до станции Галутвин. Так выглядит электропоезд под водой. Вот еще три стоят. Вот старый Д4М на Шатуру. И скорый поезд. По-моему, на Саранск. Так, это у нас пассажирский поезд Москва-Саранск. Еще один там ходит скорый поезд. Мы обратно тоже поедем двухэтажным.
Орск-Москва, номер 31. Вот вагон бистро. Вот мы сейчас подаемся под платформу. Но он пока тут в тупике стоит. И одноэтажный поезд. Еще вот вижу. Так, маршрут неизвестен. Хотя... Так. Так. Самара, Санкт-Петербург. Двухэтажный, одноэтажный. Вот еще двухэтажный.